4 с плюсом? Здорово! Нет, я заслуживаю большего, я всю ночь зубрила. Мистер Ротор никогда не ставит пятерки, тут ничего не поделаешь. Неправда. Он принадлежал фараону Нахталатин Камену. Он дает мне силу убеждения. Может, не стоит с ним шутить, Клео? Твой отец не говорил, что все древние идолы прокляты? Я докажу. Мистер Ротор, я выполнила домашнее задание на отлично. Почему бы не поставить мне пятерки? Я не ставлю пятерки. Но я заслуживаю 5 с плюсом. Ты заслужила 5 с плюсом. Тут должна быть оборотная сторона. Точно. Боюсь, тебе это еще аукнется. Да бросьте. Я справлюсь. О нет, столько народу. Мы опоздаем на урок. Не опоздаем. Мне начинает нравиться эта власть. Домашнее задание. Развлекайтесь. Клео пользуется своим идолом как кредитной карточкой без лимита. Да, но что будет, когда придет счет? Отличный день. Вы, девочки, переживаете по пустякам. Нет на этом идоле никакого проклятия. Я же говорила, он в моей власти. А? Что? Что такое? Не в твоей власти.